Дим, команда на первом месте. Я думаю, эмоции исключительно положительные. Да, действительно, в команде хорошее настроение, но мы понимаем ответственность этого матча, потому что с такими командами у нас не всегда добиваемся того результата, которого нужно, но мы готовимся серьезно к этому матчу. Вот кажется, что в прошлом году в таких похожих матчах мы где-то не дожимали и не брали 3 очка и довольствовались ничего. А сейчас получается. За счет чего? Что изменилось? Я думаю, вот слева от меня стоит игрок, и справа тоже. Вот они делают погоду, и поэтому у нас в атаке все стало получаться. Ребят, согласны? Полностью. Абсолютно. Дим, ну и тебя, кстати говоря, отмечают, что ты набрал форму, включили тебя в пятерку номинантов на звание лучшего игрока месяца. Согласен с номинацией? Я не знал об этом, но приятно, и как бы на это всегда, ну, не обращая особо внимания. Просто делаешь свою работу, да? Просто делаю свою работу и попросил просто братьев проголосовать, и все.